Хребет Гальга – уникальное место. Здесь обитают больше сотни видов птиц, в том числе достаточно редких, а также десятки видов зверей. Инспекторы говорят, пока встреча с дикими животными на тропах маловероятна. Лесные жители относятся к человеку настороженно. Но специалисты уверены, в скором времени они забудут звуки выстрелов и перестанут бояться. Охрана парка обеспечена всем необходимым и готова защищать территорию от пожаров, рубок и браконьеров. Напомню, положение о национальном парке зарегистрировали в Минюстин в августе 2020 года. Сейчас заповедная территория занимает более 40